А вот северодвинские дорожники на улице Ломоносова накануне утром явно ждали аварии. В темноте сотрудники службы не позаботились о безопасности дорожного движения и забыли выставить знаки аварийной остановки, что и вызвало возмущение водителей. Мы интервью не даем. Может, скажите, что делается? Знаки меняют. Знаки меняют. Понятно. Скажите, а тут знаки в вашем случае надо выставлять, как бы, аварийку включать? Ну, аварийку. Ну, у вас из-за борта же не видно. Сотрудники дорожной службы сообщили, что выставили конус. Однако и аварийка в тот момент включена не была. Она заработала лишь через пару минут после того, как съемочная группа проявила интерес к происходящему. Полбеды, если такое происходит в светлое время суток. Но в 9 часов утра на одной из оживленных улиц рабочая газель стоит как объект НЛО. И тот, кто сел за руль и с утра не проснулся, рискует просто не доехать до работы. Мы посмотрим, кто был на линии в той бригаде, и, в принципе, какие-то меры предпримем. Спасибо большое за бдительность, честно скажу, но наказаны будут. А так, разумеется, у нас проводится со всеми работниками ситуации и установки дорожных знаков, и что требуется. Помимо этого, там должны быть знаки еще, а там знаки были выставлены? Нет, знаков не выставляли. Сотрудникам дорожной службы стоит быть внимательнее к соблюдению правил дорожного движения, ведь они работают на благо безопасности.